В Северском районе продолжается череда голубых огоньков. Поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством от главы района получили жители Северского сельского поселения. В канун Нового года хочу каждому жителю станицы Северского поселения, района нашему, пожелать здоровья, благополучия, достатка и уюта, тепла и комфорта. Будьте счастливы. Пусть будут счастливы ваши дети, ваши внуки. В честь новогодних праздников состоялась торжественная церемония награждения самых активных жителей станицы Северской. Хотел бы вам пожелать, чтобы всегда с вами были ваши близкие, родные, потому что в этом круговороте, жизненном круговороте, не всегда у нас хватает времени для близких, для своих, для детей, для жен, для матери, для бабушки. Вот я по своим смотрю, близким по своей жизни. Мира вам, да, правда, как получше, чтобы всегда окружали близкие люди. Какой Новый год обходится без сюрпризов, даже если гости взрослые люди? На мероприятии ни один не остался без подарка. Праздничное настроение собравшимся подарили артисты Северского дома культуры. Завершилась встреча общей фотографии на память.